Задача науки состоит в том, чтобы провести ревизию и аудит всех научно-технических достижений, решить противоречия различных научных школ и выявить технологии, которые в минимальные сроки дадут максимальную отдачу. Уникальная историческая значимость России заключается в том, что страна имеет опыт построения социалистической модели экономики. Научные открытия конца 19, начала 20-х веков позволили СССР реализовать проект догоняющего развития. Однако лидирующие позиции в силу объективных причин были временно утрачены. И сегодня, находясь в начале 21 века, мы должны набраться мужества и признать, что практические разработки российских коллективов позволяют заявить о том, что российская фундаментальная наука и сегодня лидирует. Достижения в области холодного ядерного синтеза, развитие идей Николы Тесла и микроволновая энергетика позволяют по-новому взглянуть на будущее энергообеспечения человечества и планеты в целом. Создание автономных источников энергии, не использующих традиционные виды топлива, становится реальным. Создание теории единого поля и практическая реализация физических эффектов промышленности позволяет предложить мировому сообществу новую модель мировоззрения, основанной на базовых человеческих ценностях, исключающей насилие и эксплуатацию человека человеком. Признание новой научной парадигмы, юридическое закрепление за Россией авторских и патентных прав на закрывающие технологии позволит России занять лидирующие позиции на мировой арене. Нет смысла терять время, пребывая в бездействии. Необходимо засучить рукава и взяться за дело. Предлагается первое инициировать создание института энергии эфира и заложить реальную основу инновационной экономики России. Второе. Безотлагательное проведение зонтичного патентования закрывающих технологий во всех без исключения странах. Третье. Необходимо создать научную прокуратуру для контроля и пресечения преступлений в области интеллектуальной собственности. И признание и не внедрение научных разработок является преступлением и должно караться по законам военного времени. Увеличение ВВП страны в 10 раз за 4 года абсолютно реально. Все разработки являются технологиями двойного назначения, и утечка технологий за рубеж подрывает обороноспособность страны, а также несет прямую угрозу национальной безопасности России. Реализация данного проекта позволяет рассчитывать на формирование идеологии созидания и создание уверенности в завтрашнем